Добрый день, трейдеры, и добро пожаловать на курс Азбука Форекс. Прежде чем мы начнем, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. На нем раскрывается информация о рисках, связанных с торговлей на финансовых рынках. Продолжая просматривать это видео, вы подтверждаете, что знаете об этих рисках. Сегодня мы дадим несколько рекомендаций, которые позволят вам составить ваш торговый план. Первое, что нам нужно сделать, это понять себя и то, с чего вы начинаете. Сколько времени у вас есть? Какой размер риска приемлем для вас? Какие у вас цели по доходности и с каким депозитом вы начинаете? И на каком анализе вы хотите сосредоточиться, техническом или фундаментальном? Ответы на эти вопросы помогут решить вам, будете ли вы долгосрочным или краткосрочным трейдером. Из этих пунктов вы сможете разработать свой торговый план, затем создать реалистичные цели и двигаться к ним. Следующим шагом будет построение системы управления рисками и психологии в вашем торговом плане. Для этого вам необходимо принять ряд важных решений, таких как: какой размер риска будет приемлем для вас на сделку, в день или за неделю? Как вы собираетесь справляться со стрессом от потери, потому что, вероятно, это произойдет в какой-то момент? На каком таймфрейме вы будете работать? И какие инструменты вы будете торговать? Когда у вас есть ответы на эти вопросы, считайте, что у вас есть первая часть вашего торгового плана. Вторая часть плана не менее важна. В ней вы планируете вход и выход из сделки. Вы должны понимать, почему вы входите в сделку, какие индикаторы и какие стратегии вы будете использовать. Помните, что вам нужно планировать сделку, а затем придерживаться плана в любой ситуации и не совершать хаотичных движений. Торговля без плана не приведет к стабильному результату. Вот несколько общих советов по работе на рынке. Планируйте сделку до входа в нее. Строго придерживайтесь правил управления рисками. Более подробно мы поговорим об этом в заключительном уроке курса Азбука Форекс. И помните, это базовое обучение. Будьте готовы всегда изменить вашу торговую систему с появлением опыта. Тестируйте ее, контролируйте и оценивайте. И тогда, если вам нужно, вы сможете изменить ее. Прежде всего, получайте удовлетворение от торговли. На сегодня это все, и увидимся на следующем уроке.